В областном суде продолжилось слушание по делу Владислава Кантемирова, который протаранил Роллс-Ройс Александра Арестова. Мужчина не согласен с предъявленным иском в 3 миллиона рублей и пытается снизить эту сумму. Для объективной оценки ущерба, который получила элитная иномарка Роллс-Ройс Фантом, суд назначил независимую экспертизу. Исследование будет проводить Челябинская лаборатория судебной экспертизы. Специалисты рассчитают, сколько должен выплатить виновник ДТП с люксовой иномаркой. Я еще никогда в жизни не выплачу. Даже если начну продавать по очки, правый глаз, правую руку, там, правую ногу, левую, никто это, во-первых, не купит, возможно, но это не стоит таких денег. Напомним, скандальная авария случилась в феврале. На перекрестке улицы Даватора и Воровского ВАЗ-14 модели, которым управлял Кантемиров, столкнулся с Роллс-Ройсом Фантом, в котором ехал олигарх Александр Арестов. Люксовая иномарка, по данным Forbes, считается самой дорогой машиной в Челябинске. Ее стоимость больше 20 миллионов рублей. Суд Ленинского района определил, что Кантемиров должен выплатить 3 миллиона 400 тысяч. Но виновник аварии с такой суммой не согласился и требует снизить ее до 2 миллионов. Вот теперь все решат эксперты. Стоимость оценки 30 тысяч. Оплачивать ее придется опять же Владиславу Кантемирову. Результаты станут известны до конца ноября.